Сегодня первый день, когда нам разрешили заехать в Ирпень. Мы хотим проведать свой филиал, в котором стояли орки. Сейчас ждем саперов и поедем дальше, потому что пока в Ирпень без саперов и на территорию заходить практически нельзя. Ну вот наш филиал. Разбитые двери. Мы тут аккуратно ходим, потому что обычно там, где они стояли, они все минировали. Поэтому только по асфальту пока идем, а саперы работают, ищут растяжки. Вот попал снаряд в один из корпусов нашего филиала. Вот все разворочено. А на втором этаже снайпер сидел, там гильзы снайперские, вот такие. Возможно, эта пуля оборвала чью-то жизнь. Ну вот наш ирпенский филиал. В таком виде все, видите? Не унесли, так поломали. Просто выстрелили в монитор. Дорогое оборудование. Суперсовременное, которое мы только-только купили, поставили в наш филиал. Все поломано. Все разбито. Вот такой вандализм. И так в каждом кабинете. В каждом кабинете. Все разбито. Ой, пришли. Украсть не украли, а все разбили просто. Дорогое оборудование, которое стоит миллионы гривен. Просто взяли и разбили. Химические анализаторы. Все разбито. Вот монитором так сильно мешал, что нужно было его поломать обязательно. Мародеры и вандалы. Что не унесли, то поломали. Твари. Вот так все это выглядит сейчас. Вот еще один наш корпус. Вот. А вот рассказываю видео, что осталось после орков. Как надо было стрелять в стене еще. Ирпень сегодня. Вот в таком состоянии. Наша клиника, наш филиал здесь. Кошмар, просто ужас, что творится. Здесь орки жили, спали тут в подвале. Вот клежбище, тут жрали. Вот что оставили после себя. А это икра, которую они украли в магазине в нашем, потому что с нашей пломбой. Мародеры. Просто мародеры настоящие. Мясо с зеленым горошком. Ага. Надеюсь, что вас уже нет на этом свете, ребят. Те, которые здесь сидели, стреляли и убивали. Очень надеюсь, что вас уже нет. А если еще есть, то скоро не будет. А вот что бывает с танками, которые приезжают без приглашения на нашу землю. Еще очень радует, что наверняка там были внутри именно те, кто этот танк сюда привел. Надеюсь, их души попали в ад.